Столичная примария информирует, что с 1 сентября малоимущие граждане могут подавать заявки на компенсацию расходов на оплату энергоресурсов и коммунальных услуг в холодный сезон 2018-2019. Получателями являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев составил менее 3000 леев в месяц на каждого человека. Компенсация будет производиться до 1 сентября следующего года. Лица, у которых во владении есть два или более жилища на территории муниципии, не могут воспользоваться финансовой поддержкой для оплаты коммунальных услуг и энергоресурсов. Граждане, которые получали компенсации от примарии в предыдущий отопительный сезон, должны подать заявки на подтверждение, содержащее заявление о том, что ежемесячные доходы семьи не увеличились, а состав семьи остался прежним. Отметим, что малообеспеченные семьи вместе с получением помощи на оплату тепла получают также компенсацию за разницу в результате увеличения тарифа на транспортировку твердых бытовых отходов, а также оплату дополнительно рассчитанного объема воды.